4 и 5 ноября в Ледовом дворце спорта имени Александра Кожевникова прошел межрегиональный турнир по хоккею с шайбой для детей с 7-8 лет. Юные спортсмены из Омска, 6 районов нашего региона и города Куйбышев Новосибирской области состязались в удобном формате, который придумали директор Ледового дворца Дмитрий Бернатавичус и руководитель школы безопасного хоккея Антон Мартыненко. Их наработки поддержал благотворительный фонд развития спорта имени Александра Вьюхина. Мы разбили арену на две части и сделали более такой малогабаритный формат. Да, и дети, которые, так скажем, слабо катаются, они каждый участвуют в процессе. Мы позиционируем этот турнир как праздник. Даже больше праздник, нежели соревнования. Потому что задача этого турнира именно, чтобы дети получили удовольствие и какой-то игровой опыт. У многих детей, у многих команд это первый вообще игровой опыт. Это начало их игровой практики. Юные хоккеисты вели упорную борьбу от первой и до последней секунды. Игроки команды «Форпост» из Илькульского района забросили важную шайбу буквально с финальной сиреной и заняли 5-е место в соревнованиях. Отличный турнир. Наша команда очень дружная. И нам очень понравилось. Я забил гол вообще невозможно. Вратарь почти закрыл ногами, а у меня шайба успела пролететь. Активная игра в заключительной части матча принесла бронзу команде «Каразюка» из Нововаршавского района. Ребята взяли верх над хоккеистами из Куйбышева со счетом 4-3. Главный приз турнира завоевала команда «Омские беркуты». В финале они победили команду «Лисы» из Тюкалинского района. Мне понравилось то, что все мы играли вместе, все команды, и у нас не было конфликтов. У нас была комбинация, что нам надо бить поворотом. Защищать защитники все должны бить поворотом. По итогам турнира заместитель министра спорта региона Андрей Хромов вручил хоккеистам и их тренерам заслуженные награды. Два дня настоящие баталии, интереснейшие игры. Кто-то еще технически мало подготовлен, но жажда победы, жажда забить гол у всех неимоверная. Следующий турнир организаторы планируют провести в преддверии первенства мира по хоккею, которое пройдет в нашем регионе в конце 2022-начале 2023 года.